Московский поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родных красноармейца Зайцева Степана Ивановича. До Великой Отечественной войны он жил в деревне Караклы Канашского района. Там же проживала его жена Зайцева Анастасия Федоровна. Степан Зайцев умер от ран в эвакогоспитале и похоронен в Смоленской области. Поисковики готовы передать родственникам документы погибшего героя и сообщить о точном месте его захоронения.